Всем привет! Сегодня будем с вами делать творожный крем для выравнивания торта. Это один из самых классических рецептов. Есть еще у меня в загашнике рецепты с какао-маслом, с белым шоколадом. С белым шоколадом один из них я уже давала, который можно выровнять. Но этот тортик получается эконом-вариантом и один из тех рецептов, которым можно идеально выровнять тортик. И он хорошо у вас переживет транспортировку. Для начала начинаю взбивать сливочное масло комнатной температуры с сахарной пудрой. Взбиваю минут 7-10 в миксере до увеличения в объеме и хорошего посветления масла. Оно должно стать у вас практически белым, для того, чтобы не искажать цвет вашего тортика. Вот такое вот количество масла получилось у меня здесь на 1,5 порции я делала. Теперь смешиваю творог и смешиваю сгущенку. Также я буду окрашивать сухим пищевым красителем, он у меня не жирорастворимый, поэтому во время того, как я буду пробивать блендером творог до однородной массы вместе со сгущенкой, я добавила именно сухой и вот сейчас добавляю гелевый краситель, чтобы они у меня хорошо окрасились, так как, повторюсь, они у меня не жирорастворимые, а в твороге есть жидкость, и поэтому они здесь хорошо разойдутся. И мне, собственно, нужно окрасить будет все количество крема. Если вам этого делать не нужно, конечно, можно окрасить и частями, и уже после соединения с маслом. Вот, собственно, и все. После того, как масса у нас стала однородной, добавлю творог, должен был быть со сгущенкой тоже комнатной температуры, иначе масло может расслоиться. Оно все должно быть одинаковой температуры у вас. И аккуратненько перемешиваю лопаткой. Если вы будете делать сильно огромную порцию и долго перемешивать, масса может немножечко расслоиться. Поэтому не делайте огромные порции. У меня здесь 1,5 порции на тортик диаметром 24 сантиметра. Этого вполне достаточно, даже еще и осталось немножко. Остатки этого крема можно потом добавить в пирожное картошку для выравнивания, допустим, ваших тортиков. Выкладываю практически весь крем на торт и разравниваю его вначале поверху, скатывая лишний крем на бока. И потом уже буду его подравнивать боковушки. Вы видите, наношу я на слегка покрытый ганашем тортик, для того, чтобы тортик было лучше транспортировать, и у нас просто было плюс 30. Вначале вот просто шпателем утрамбовываю во все дырочки, во все промежутки, где у меня крема нет. А потом уже идеально провожу, добиваясь нужного количества мне крема в данном месте. Буду делать такую себе розовую такую полосочку с разводами внизу. На этот крем прекрасно можно сделать акварельные мазки. Единственное, сам тортик потом просто поставьте в холодильник до нанесения мазков до полчасика, либо минут на 10 в морозилку, чтобы сам вершок у вас схватился, и потом прекрасно вы нанесете акварельные мазки. В общем, сейчас делаю такую полосочку, и теперь хочу сделать именно как красителем такую полосочку, чтобы у меня был не равномерный цвет, а как полосочки такие. Поэтому макаю просто в гелевый краситель зубочистку и ставлю точечки по тому месту, где хочу, чтобы у меня была полосочка. И потом обратно провожу шпателем, чтобы получить именно вот такие вот красивые разводы. И уже потом подравниваю там, где мне нравится. В общем, рецепт этот очень прост. Я думаю, он получится даже у новичков. Поэтому дерзайте, и будет у вас красивый и вкусный торт. А с вами, как всегда, был Кекс. Не забывайте поставить палец вверх. До новых встреч. Пока-пока.